Председатель Национального совета Словацкой республики Павел Пашко посетил Спасский мемориальный комплекс – грандиозный памятник жертвам политических репрессий советского периода на территории Карагандинской области. Председатель Национального совета Словацкой республики Павел Пашко и аким Карагандинской области Бауржан Абдишев возложили венок к памятному знаку словакам, погибшим в годы сталинских репрессий. Минутой молчания почтил своих земляков Павел Пашко. Знаем о том, что они здесь долго не побывали, что это было очень коротко, потому что были вывезены из Словакии почти в конце, или можно сказать так, перед смертью Сталина. Таким образом, после смерти Сталина некоторые из них, большинство из них вернулось обратно в Словакию, некоторые здесь остались. А что касается того, что это для нас значит, это есть тоже такой знак того, что на этой земле были наши предки, можно сказать, которые тоже пришли здесь и благодаря своему способу жизни, своему вероисповеданию, тому, что хотели показать на такое уважение к жизни.